Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Олуха. Ну что, 24-й день, забираем с тобой сундук. Ну и вот такие вот мы видим, в нем находятся награды. Так, замечательно. Пропустить, закрыть. Это все тоже закрываем. Ну, порадуй меня, беззубик. Конечно, порадовал. Порадовал тем, что вообще ничего не принес. К сожалению. Ну, ничего ты с этим не поделаешь. Не все время, как говорится, нам улыбается удача, поэтому я с удовольствием его отправлю дальше на поиски. Пускай идет и ищет мне этого ночного стража, но сделаю я, наверное, чуть-чуть по-другому. Пускай он идет бесплатно. Мне кажется, на бесплатном он быстрее кого-то найдет, чем я буду ему башлять здесь. Это, опять же, мои предположения. Так, ладно. Летите, летите, ребята. Добывайте мне ресурсы. Спасибо тебе, Ветрокрыл. Наверное, тебе придется еще дальше лететь за железом. Костоломчик, продолжи поиски. Так, что у нас, друзья? Блин, у нас там что, еще не завершено, что ли? Ускорить, подожди, ускорять. Для того, чтобы прокачать, сколько нам нужно? 80, а у меня пока 78, подожди секундочку. А, ну вот, в принципе, все. За глаза и за уши, но это говорит только об одном, что нам нужно с тобой здесь быстренько ускорить. Ускорили. И ставим с тобой академку на прокачку. Ух, сколько? 4 дня! 4 дня будет прокачиваться эта академка, друзья мои. Это да. Что-то аж как-то поплохело мне. 4 дня, да куда вы? Так долго-то. Хотя, поверь мне, наверное, дальше будет еще дольше, еще больше. Ну и тому подобное. Так, ладно, за древесиной. Ты у меня полетишь за рыбой. Опять же ты за древесиной. Эти получают по уровню. И долго уже они прокачиваются, пока не смогут. 4 дня как минимум. Так, за древесиной вперед. Ты за рыбой. И ты тоже за рыбой. Так, погоди секундочку. Что я хотел? Я хотел... Так. Тут все норм. Давай, беги. Так, ты мне что тут принес? Сейчас. Вот. Полетел он, полетел. И все, что ли? А, вот, Буйволорд. Извините, но заняты уже, да? Все рыбные места уже забиты. Вот тебе и незадача. Лети давай за древесиной. Сидишь там, прохлаждаешься. Так, эти-то мне что-нибудь принесут. Ну-ка посмотрим. Тусклый янтарь. А по факту что-то мне выдашь? Тусклый янтарь. Как выдал, так и выдал. Окей, не-не-не-не-не, ты даже не думай. Ты сейчас полетишь у меня опять в приключения. Даже там не расслабляйся. Ну здесь что, шестеренки? А, нет, заколочка. Ну а по факту выдадут, как обычно, мне тусклый янтарь. Хотя, может быть, заколка эпическая. Окей. Ну, спасибо. Правда, у меня этих заколок дофигища. Куда их потратить, я не знаю, ребят. Так, пускай опять летит в драконий край. Так, кривоклык, что ты мне... Ну, 8 железа, хорошо. 8 железа, это другой разговор. По следу... Понятно, короче. Я уже даже предвижу, что нам с тобой светит. Громгильда, да когда ты мне дашь-то что-нибудь путевое, а? Везде, этот тусклый янтарь, он везде лезет, ребята, понимаете? Везде. То есть я не хочу, чтобы он был, а он везде его подсовывает мне. Вот такая вот ерунда получается. Тут обмен и тут обмен. Все, пока больше нам обмен не нужен. Так, забираем с тобой загадочный пак, который нам дают бесплатно. Чудовище. Так, чудовище прокачаться хочет, верно? Мне же не показалось. Мне, по-моему, не показалось. Я сейчас гляну, ребята. Так, чудовище, чудовище. Что-то я... запаниковал. Так, кстати, здесь тоже пак надо открыть. Громоль, Шторморез, Кривоклык.
Где у меня чудовище? Ага, вот оно, ужасное чудовище. Улучшить. Ну что же, 11 разряд. Ну, нормально. Все, я доволен. Это хорошо. Так, давай ставить пак на открытие. Надо, наверное, сегодня еще понабивать паков. Я не знаю, есть ли у нас сегодня события. Я не помню, ребят, сколько там надо было ждать. Вроде бы как день. Ну, прошел ли у нас день от того? Сейчас глянем. Да, друзья мои, обучение призывников у нас доступно. Поэтому сегодня, вот да, прямо сейчас будем с тобой проходить. Вначале зайдем в сезонку. А я все равно ничего не успею здесь сделать. Сколько там осталось? 4 часа 52 минуты до завершения вот этого сезона. Соответственно, ребята, будет, наверное, обновление, и какой-то новый сезон будет доступен. Обычно это делается так. Блестящий янтарь. Можно заказать? Можно. Не то, что даже можно, а нужно. Ну, вроде бы как и все. Академию мы с собой поставили на прокачку. Так, а что вот здесь-то нам нужно? Ага. Теперь нам нужно еще 90 золота. Ой, золото. 90 этих, как скажи мне, железа, чтобы теперь построить лохань для рыбы. Ёк-макарёк. Трындец. Ладно. Кстати, по поводу рыбы, давай-ка мы с тобой, у нас ее пока... Опа. Блин, за железо. Мне вот, честно говоря, сейчас вот совсем невыгодно отправлять его на прокачку. Потому что железо мне самому нужно. Секешь, о чем я? А вот по поводу отправки за рыбой... Это, пожалуй, еда. Это я, пожалуй, сделаю. Лети. Лети, дорогой мой. Ну что, идем с тобой на событие. А вот оно. Открываем и смотрим. Оно у нас... Ух, оно у нас длинное и большущее. Поехали вперед. Будем драться сейчас ради загадочного пака. Значит, сегодня мы с тобой на арену не пойдем. Чисто пройдем вот это событие. Ну, не пройдем, а 5 энергии потратим, и все. Так, давай. Барсик, бомби. Отлично. Так, ну что, шторморез, само собой, идет. Воу, кстати, эти противнички, ты посмотри, у них очень большущая и жирная полоска ХП. Хм. То есть тут, как ни крути, а придется все-таки с понижением брони играть. А второй противник на второй волне, насколько я помню, он будет слабоват. По-моему, это так работает. Ну что? Да ладно, не добили. Здесь у нас водорез. Ну, у него тоже, смотри, очень жирная полосочка ХП. Поэтому нахрапом их, естественно, мы не возьмем. Хотелось бы, но не разберем. Так, кусанули. Раз, два. Ну, давай хильнемся, так уж и быть. Здоровье немножко у нас покоцали. Так что лишним это не будет. Так, укусили, и, скорее всего, Барсик его добьет. Отлично. Ну что, будем надеяться, выпадет нам здесь древесина или рыба. И то мне нужно. Ну, не в таких, конечно, маленьких объемах. Надо как минимум соточка, чтобы выпадала. Ладно, пак мы с тобой забираем в карман. Раз, два. Два поединка отыгрываем, только после этого получаем с тобой тусклый янтарь. А по итогу мы заберем сегодня те самые соточку рун, которые там висит вдалеке. 9000 рун нам нужно, ребята, накопить для того, чтобы купить плеваки дракона. Ты понимаешь? 9000 рун, потому что другого варианта, как мне написали, нету его получить. Так что будем копить. Долго, не спорю, долго придется копить. Но если другого варианта нет. Нам нужен наездник? Конечно, нужен. Вот поэтому будем... Фига ты какой тугой, ты посмотри. Я, конечно, все понял, но не настолько же борзеть. Да. Ха-ха. Припаришься тебя бомбить, парень. Даже кривоклык тут практически... А, ну, в принципе, он фиол. Если бы он был зелень... Давай-ка вот так вот. На тебе.
Кривоклык добьешь? Красавчик. И этот такой же. Что это за выпендрёж что такое? Я не пойму. Я такого события еще не помню, чтобы прям вот все две волны были настолько ужасны. А представляешь, сейчас будет их по двое, и у них столько здоровья. Что я буду делать? Что я буду делать? Как я их буду пробивать? Я не знаю. Фига он лупит. Ладно, здесь мы с этим закончили. Ну-ка, что здесь? Оу, плод мудрости. Ну, в принципе, плод мудрости это тоже хорошо. Лучше, конечно, прилив сил, но плод мудрости имеет и дает свои плоды. Так, ребятушки, сейчас будет поединок у нас, после которого мы заберем с тобой тусклый янтарь. Ну вот, вот, стабилизировалось. Ты видишь хпшку у них? Вот такая должна быть. А не ту, что там плотничком таким. Давай прописывать. Уничтожишь? Эй, я вообще нажимал. Ладно. Я нажимал, ребята, на пробитие брони. Такое впечатление, знаешь, как будто мы играем с тобой в танки. Пробитие брони. Два костолома, два зеленых чудика. Но тут, наверное, однозначно нужно с понижением брони действовать. Этот у нас разбег делает. Этот, насколько я помню, бьет хвостом и пламенем дышит. То есть этого можно, в принципе, не бояться. А вот этот, да. Этот может нам поднасолить, так сказать. Укусик. Слушай, это событие, наверное, нам надо будет 2 дня проходить. А может быть даже 3. По окончании, когда у нас будет последний поединок, мы с тобой подсчитаем, сколько нам еще. Потому что, ну, у нас в день по серии получается, да, как бы. 5 энергии мы с тобой стравливаем. Ну, отсюда уже будет и вывод. Дайте, пожалуйста, мне много ресурсов. 50 миллионов рыбы, еще меньше. Тогда 75 дали. А сейчас вот на тебе 50. Ну что, я забираю янтарь тусклый. Получается, у нас поединок вот здесь вот сейчас будет. И мы доберемся с тобой до мини-босса. А после мини-босса мы с тобой забираем 100 рун. Как-то вот так вот. Ну что, у нас тут Хофер. Хофер. Так, Барсик, готовься. Кривоклык. Опять же Хофер. Замечательно. Ага, тут уже 3 волны, все, ребята. Давай, наверное, с этого все-таки начнем. Я знаю его на эти выкрутасы, выпендрежи. На усиление атаки я не хочу, чтобы это произошло. Упс. Погоди-ка, у нас 3 волны. А что это я на расслабоне-то тут сижу? У нас еще волна будет. Так что давай-ка. Жечь. Блин, сейчас, по-моему, пламенем. Ох, как влупил. Барсик, не спи. И кто у нас тут? Кревет. Почему их 2? Так, кревет, значит. Кревет, привет. Давай, вжариваем. Ну, кревет уже не жилец. Сразу тебе говорю. Потому что, ну, Барсик вряд ли, конечно, добьет. Или добьет? Нет, не добьет. Просто хилочкой уничтожим. Отлично. Через хилку кревет дальше делает укус. Дальше Барсик. И добивка. Шикарно. Ну, давай сейчас посмотрим, что выпадет. 25 миллионов древесины. Да... Ну что, мини-боссик, погнали. Слушай, по-моему, еще один раз нам надо будет всего лишь встретиться здесь, в этом событии, и мы его пройдем. Ну что, кнопочки заняли, погнали. Естественно, начинаем с шепота. Так, ты ее добьешь? Вряд ли, да? Понятно. Так, понизил броню, это плохо. 3 волны. А расслабляться нельзя, потому что здесь, ребят, все-таки босс, мини-босс будет. Поэтому держим здоровье, как говорится, на контроле. Он и броню понизили здесь. Я так, вы что, совсем что ли уже? Оу, блин.
Такс. Я даже не знаю. Давай, наверное, просто укусим. Кривоклык, бомби. А, кстати, можно было бы даже на него слепоту повесить. Ладно, что есть, то есть. Все, теперь хиляемся. Восстановим себе здоровье. Воу, 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 в кого? Барсик пострадал. Ну, Барсик, давай мсти ему. Так, и хиляемся. Так, Кривоклык, добивай его, короче. Он промахнулся. Ну что, у нас вот такой вот мини-босс. Костоломы и плюс ветрокрыл. Разбирать начну, пожалуй-ка, я костолома. Так как он у нас красненький. Да, он дамагер, но разбирается он намного быстрее, чем тот же самый ветрокрыл. Так. И здесь мы с тобой делаем вот так. Этот, естественно, его добьет. Ну а мы занимаемся теперь вот этим вот. Ничего пока не будем здесь делать. Нам нужна слепота Кривоклыка. Потому что вот под такой удар не советую попадать. Под массовый. А вот под слепоту, да, ребята, это самое милое дело. Пускай мы даже с тобой будем по чуть-чуть отнимать здоровье, но зато это безопасно. Для наших драконов-то вообще топчик. Ну давай, что ты там хандришь. Так, что у нас? Ага, слепота у нас исчезла. Сейчас мы повесим еще раз. И уже после этого можно применять понижение брони и вообще на что у тебя, как говорится, выдумка способна. Вот я, например, хочу ему понизить защиту и добить. Вот так вот. Крутим, конечно же. И выпадает нам с тобой 75 миллионов древесины. И вот они, наши 100 рун. Конечно же, я забираю их с радостью. И у нас с тобой становится 1338 рун. Мало, но начало уже положено. Значит так. Раз, два, три, четыре, пять. Да, ребята, 5 энергии, 5 поединков. И, в принципе, это событие у нас будет пройдено. Расширить ангар за 400 рун. Вы, конечно, соблазняете меня это сделать, но я, пожалуй, воздержусь. Еще раз повторяю, руны мы будем копить. Ну что, пойдем, наверное, возьмем с тобой один пак вождя. Откроем заодно ячейки эти все, заполним. И будем, наверное, закругляться сегодня. Так, Хофер, Сарделька, ну и, как ты видишь, Костолом. Тут, наверное, начну я с Хофера. Я не хочу, ребят, чтобы он тут заморозками всякими делал, чудил. Сарделька, да, это еще та пакость. Ну, Хофер все равно успеет. Накопит. А, нет, он потратил. Ну, блин, вот это плохо. Плохо, что ты поставил себе усиление атаки, а, парень. Сарделька там что-то. Так, понял. Костолом. Ну. Чу-чу-чу-чу. Давай, 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 давай. Добивай его. Отлично. Ну что, Сарделя? Она сейчас барсика мне. Да, хлопнула. Ну что, понижаем броню. Так нам будет проще его уничтожить. И последнее приготовление. Раз. И два. Как-то так. Ну вот у нас такие тут ребятульки. Кривоклык. Но я, наверное, вот с этого начну. Оу, щет, подожди, это же зелень. Зелень. Нет, 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 давай тогда начнем, наверное, вот так вот. Это вот мы с тобой разберем, но попозже, потому что сейчас лучше на него не лезть. Так, минус. Сразу понижаем, сейчас, скорее всего, фаербол полетит в нас. Да? Полетит же? Нет, полетел сам Громль почему-то, вместо фаербола.
Так, на отхил. Есть. Ну, все, по-моему, сейчас мы его тут добьем. Сможем запинать или нет? Ай-яй-яй. А почему он не тратит энергию? Неужели у него нет суперудара, а? Скорее всего, есть, но он его не применяет. Ну что, друзья, последний у нас поединок, надеюсь. Громобоя, конечно же. Кого еще тут надо бомбить в первую очередь? Громобоя. Потом Штормореза, ну и этого мелкого. Я уже забыл, как его звать-то? Все время забываю, ребят. Ну, вот они как, да? Вот вы как, значит, решили. Давай-ка я сюда, наверное, сделаю укус. Здесь с помощью отхила мы добьем и этого, и того. Того просто раним. Ага. Так, это опять своими плевками. Ты определись, то ты одного бьешь, то другого. Ну и вот, самый тяжкий. Стражи зеленые, не всегда, ребята. Они очень тяжело разбираются, но обычно не очень сильно бомбят. Но этот какой-то универсал. Он и тяжело разбирается, и бомбит довольно неплохо. Так, понижаем. А, все, все, разобрались мы с ним. Ну что, друзья мои, как вы видите, мы с вами добыли редкий пак, обычный, ну и, конечно же, пак вождя. Кошмарный Пресеглов, Древоруб, Громоль, Громобой, Шипорез, Косолом Дикарь, Злобный Змеевик, Кнут и Прут. Вот и все. Вот и все, ребята. Что там добыть железо? Трем. Так у меня нет ресурсов, у меня не хватит. Тут же ничего нету. А, мы же с тобой пак получили. Конечно же, нужно открыть его. Шторморез, Костолом, Парящий Прихвостень. Нет, ну в принципе можно. А, тогда хватит. Последнюю забрать награду нам в этом сезоне. И это что у нас? Это 250. Слушай, по-моему, мы сейчас с тобой сможем взять и открыть пак сезонный. Да? На дорожку открываем, друзья мои, сезонный пак. Поехали. Так, так, так. Ледыха. Ледыха. Поставим эту ледыху здесь. Пускай стоит. Она еще и светится, смотри-ка, прикольно. Ну что же, отлично. Так что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!